Ну что, ребята, продолжаем играть в Майнкрафт, и у нас, давайте посмотрим, появилась курочка, появилась у нас овечка, есть у нас хрюшка, и есть у нас коровка. Так, что у нас тут еще есть? У нас много земли есть. Давайте, значит, дерево у нас еще растет, давайте дальше простроим. Не знаю, в какой части у меня будет домик, но если мы здесь его увеличим... Это, в принципе, нам будет лучше. Это нам никак не помешает. Чем больше будет здесь земли, тем лучше. Так, строим. У нас еще и земли мало. Ладно, дальше давайте добывать ресурсы, которые у нас появляются каждую секунду. Так, трава. Лучше ее лопатой добывать. Так. Вот мне нравится, что оно так все быстро меняется. И тебе приходится менять еще эти орудия труда. Так, это лучше лопатой. Да, лопаткой. О, что там у нас? Нифига себе. Саженец дуба, пшеница. Надо будет это все потом куда-нибудь деть. Так, забираем тоже сундучок, он нам пригодится, почему бы и нет. Так, дальше. Все это лопат... деревянный. Деревянным топором будем добывать. А у нас там дерево пока еще не выросло. К сожалению, наверное, еще пока нет. Сейчас я посмотрю, кстати. Опа! Еще одна свинья. Я так, ребята, тут превращусь в фермера какого-то. Так, деревянное березовое бревно. Давайте возьмем. Короче, я дальше буду строить вот здесь вот. Угу. Так, а потом будет у меня земля, один слой земли, один слой дерева, наверное, ну не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас я здесь как бы хочу, чтобы росли деревья. Так, все, отлично, и теперь березовые доски дальше идут у нас. А что тут это дерево, уже сколько времени прошло, что-то оно нифига не выросло, странно. Почему так-то? Так, давайте уберем отсюда этот блок, он здесь не нужен. О, потихонечку все расширяется, все лишь. Опачки, яичко, давайте попробуем, может что-нибудь вылупится. Нет, не повезло нам. Так, зверье мое, я вам что-нибудь тут построю, какой-нибудь загончик обязательно. Так, дальше мы начинаем, давайте дальше. Корова, отойди, я дальше строю. Мне нужно здесь конкретно все расширить территорию нашу. Место как бы есть, куда расширять. Так, вот еще есть одно бревно. Вот, замечательно. Чё там все сидите, алло? Курица, а ну иди сюда. У меня семечки есть для тебя. Стой здесь. Все, я пошел дальше, дальше добывать эти самые блоки. О, сколько земли много. Мне как раз нужна была земля. Дальше. Блок. Ух ты, сколько березы у меня много будет. Нифига себе. Добываем дальше. Сейчас мы что-нибудь построим. Очень много земли. Это очень даже хорошо. Оп. Еще одна синяя. У меня сколько синяя? Три скрюшки. Так, одну можно, в принципе, прибить. Берем березовые блоки. Так, следующий у меня, получается, слой будет земли сейчас. Так, давайте я отсюда начну делать слой земли как раз. Я так и буду чередовать, получается. Один слой земли, один слой дерева. Не знаю, хорошая стратегия у меня или нет. Так, мне вот эти вот животные уже тут потихонечку начинают мешать. Надо будет что-то с ними уже делать. Но что-то мне их жалко убивать. Пусть пока поживут. Тикс, а мы дальше будем строить нашу большую такую площадь. Вот когда более-менее я построю площадь большую, вот тогда мы начнем строить домики всякие различные. Отличную всякую часть. Пока еще мало. Мало мы построили, ребятушки. Давайте продолжаем добывать дерево. Будем надеяться, что у меня
что-то вырастет. А, у меня же саженцы деревьев есть. Давай я сейчас посажу, в принципе, пусть они растут. Где? Вот один саженец у меня, кстати, растет. Так, продолжим дальше копать. Еще дерево. Но мне нужно, чтобы еще деревья росли. Вот, давай. У меня саженцы здесь где-то были. Так, вот саженец березы и саженец дуба две штуки. Так, здесь давай березу. Здесь. Вот так, все. Что-то да вырастет, в принципе, хорошо. И березовые блоки давай я немножечко сюда ставлю, пусть у меня там будет. А, даже, в принципе, я все уберу, что мне тут не нужно. Так, семена всякие различные, глину. Как-то так. А почему у меня глина оказалась в руке? Нет, это нам туда. Туда отправляемся. Ну, как-то так, ребята. Вот столько мы сегодня расширились нашу площадочку. И мы завтра продолжим дальше что-нибудь делать. Как видите, все хаотично получилось у меня. Но да ладно. Потом будем красиво все делать. И деревья будем ждать, пока деревья у нас вырастут. И мы с этими деревьями, ребятушки, настроим много-много домиков. Ну, и загончик мы построим. Но это уже в следующей серии. Всем пока-пока. О, грибочек. Сразу нам попался грибочек, ребятушки. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, о, яблочки еще дали нам. Ой, спасибо. Так, а здесь... Да, все можно заполучить. Знаете, получайте. Ух ты, это секретный уровень. А он не работает. Странно. Очень странно. Так, а ну-ка я наверх запрыгну. Нифига. А-а-а, смотри. Ключик. Во, спасибо. Ух ты, это что-то интересное. Здесь, наверное, будут бандиты бегать. Нет? Подожди, а что-то как-то... Какой-то уровень странный. А-а-а. Типа мне надо тут все это разбить дело, да? Так. Это просто тут кирпичики, да? Ладно. Понял. Догадался. Вот так вот. Смотри, сколько тут монеток. Все, монетки собрали. На, черти эти идут. Ага. Ух ты, топорики. И тут их очень много. А-а-а! Да почему ты не дергаешься? Ты должен, как умираешь, ты должен еще мигать минут 5. Секунд 5 мигать должен. Нифига, нифига, нифига не получается. Так, ну где тут грибочки-то все? Че, грибочков-то нету? Ладно. О, все, ребята. Теперь я могу их пощелкать. Где они? Тут двое их было? Куда они убежали? На, получайте. Так, это вниз не получается, ладно. Все равно у меня этих яблочек много. Мы можем хотя бы тут... Что-то заработать. Все, и теперь идем домой. Бежим быстро, быстро, быстро. Так, а здесь я какие-то получаю дополнительные бонусы, если чем выше, чем ниже, нет? Давай на мотокроссе поедем. Да, мотокроссик. Ох, нифига у тебя шандарахивает в разные стороны. Туда-сюда. Ох ты, давай еще вылети с мотокроссика. Не, 600 метров здесь написано. Что я могу проехать? Ну, сейчас будем проезжать. 600 метров. О! Так, давай-давай-давай. Мотокросс, он вообще, по идее, как бы внедорожник, да, получается. По всяким таким вот вещам должен проезжать. На байке таком, на мотокроссике. О! Ну, давай-давай-давай, мотокроссик. У тебя получится. О, еще немножко, еще немножко. Все. Приехали. Монетки.
Так, сколько там у нас уже? 200 метров осталось. Так, я думаю, в принципе, может быть, возможно, мы и дальше проедем. Если будем ехать аккуратно, а не так, как я обычно ездим. Все, давай здесь не спеша, потихонечку. Потихонечку, не спеша. Вот уже новый рекордик мы проехали. Так, а здесь что-то опасно, страшно как-то. Ладно. Все. Отлично, уже 1000 метров наши. Угу, хорошо. Да, ну и мотокросс. Такой вот странненький. Так, денежка. Небольшая, правда, но все равно. Так, бензин мы не взяли, да? Ребята, я предлагаю немножечко назад поехать. Взять бензинчик. Ну, давай. Есть. Все, бензин взяли, теперь можно дальше ехать. Путешествовать. Оп. Ага, тут тяжело, смотри. Но есть. Еще немножечко есть. Ох ты. Да, но вообще не вариант сюда забраться.